Так, ну чё, все-таки я решил попробовать выпрыгнуть с этих ступцин. Но на всякий случай я их привязал еще вон к этой лестнице. Потому что что-то они мне пока доверия-то никакого не внушают. Фу, очкую как в первый раз, честно говоря. Ну посмотрим, что нам это даст. Так, что тут уже? Уже какая-то путаница. Так. Это так. Тут вот еще непонятно. Надо как можно ближе цеплять спусковуху. Чтобы раком бы он тут не встал. Блять. Фу, как-то так. Еб твою мать. Очко жим-жим, ёбаный вон. Никогда так не очковал. Ну, вроде. Вроде висим, держимся. Фу. Так. Это у нас что? Это все пока сюда. Надо еще, конечно, научиться вылазить. Так. Ну, поехали. Фух. Извините, был напуган, как в анекдоте, да? Ну, поехали. Так, вот я еще на всякий случай привязал сгон. Мало ли. Так. Ну, в принципе... В принципе, шикарно, конечно, на ступцине на этой. Да, ступцина? Ты же меня держишь? Говори, что держит. А мы будем верить. Потому что через машину тут вязаться уже... неохота, потому что детишечки всякие бегают, это же школа, на выходных не работали, а сейчас бегают детишечки, кто их знает, что у современных детишечек в голове, да? Захотят посмотреть, как дядя умеет летать, и все, а дядя летать не умеет. Вот единственное, что маленько от стены-то отталкивает за счет того, что сама струбцина толстая, плюс веревка, ну, плюс рымгайка. Это у нас получается вон насколько мы от стены отходим. Но зато, опять же, все подоконники. Не надо опасаться подоконников всяких. Если на стекломое там или на швах.
Да, вот такой сегодня веселый денек. Дни тренировки получились и эксперименты. Так, половина эксперимента прошла удачно. Осталась вторая половина, перевешаться и поджумариться на вторую ступцину. И после этого уже можно будет делать какие-то выводы. Так, ты иди сюда, чтобы не мешался мне тут. Так, как я тебя хотел. Так, вот сюда. Планировала, конечно, сегодня закончить этот объект, но с этими всеми экспериментами, видимо, завтра закончу. Что сегодня непонятно, там еще то ли дождик собирается, то ли что. Хотя было бы, конечно, неплохо сегодня все закончить и завтра поехать на дачу. Кстати, сегодня мне 45-я шуба на Майерман должна прийти. Вот, посмотрим. Так, ну что, вторая часть эксперимента. Жумарим на другую струбцину. И вот так. Ух, ты готова? Да, капитан. Ну, поехали. Конечно, я там подстраховался. Но все равно мало радости было бы, да? Зато... Едем. Держишь меня? Собака. Вот и держи. Так. Это у нас пока что. Не люблю, конечно, когда столько веревочек всяких. Хоть и понимаю, что они все нужны. Так, а ты че? Ты не шатайся мне там.